Так, это обе у нас. И везде по чуть-чуть, потому что орхидеи мало везде. Очень красивая. Она темнее даже. Это я включила вспышку, потому что здесь темно, лампа выключена. Уже вечер. А вот эта тоже очень красивая. Она вот не такая темная, как будто, она вот малиновая. Немножко потрепана. И вот. Какая похожа на шириану, по-моему. Если не ошибаюсь. Ну это не она, конечно, листья у нее. Не крапчатые. Такие стоят 300 с чем-то. 330, по-моему, рублей. Ну вот это желтенькая в основном. Такие темные. Вот как у меня. Я ищу названия. Вот такие. На камере они фиолетовые. Ой, бордовые. На самом деле они фиолетовые, чернильные. Еще одна такая розовая. Почти такая же, но немножко цвет другой, очень потемнее цвет, очень красивая. Тоже 600 рублей. Такие мультифлорочки, полосатики, фисташковый цвет. Еще темно-темно фиолетовый, он прям темно. Кто любит, девочки, темно. Ну, особо-то не добавилось. Ничего такого. Это девочки наснимали из своих обе обзоры, что был привоз. И я вот это на ночь глядя, свернула сюда и примчалась. Думала, поснимаю. Вот. Симпатичная какая. Может, не листики в краб? Нет, листики обыкновенные. Как-то была такая вот крабчатая. Покупала я осенью. Девочки у меня забрали, я до сих пор ее вспоминаю. Вот красота какая. Ну, Салинас. Адаглоссумы. Их вот на дугу. Очень много бутонов. Немножко другой цвет, уже очень красивый. Лида Ермакова Лига Питалума по 1000 рублей. Пока на оценках не вижу. Вот два их осталось, и они держатся, никак до оценки не доберутся, хотя вот уже состояние. Что сказать? Сказать нечего. Подарочные упаковочки.
Да, оценки башмачков нет, конечно же, уже. Колба большая. Прямо большая. И вот такая белая. Вот. Пересаженный, по-моему. Не знаю. Моим совсем плохо. Бонсаем. И под лампой, и без лампы. И с опрыскиваниями, и без. Все. А этот стоит еще. Ждет. 390 рублей уже. Где же там цена? Взяла я себе вот такую бегонию. Она одна. Для меня, наверное, стояла. Поехала я домой. Зря делала такой крюк. Розы обалденные. Как кремовые на тортике. Смотрите, розовые розы. Вот азалии очень привлекательные. По 400 рублей. Но они любят холодное содержание. Когда у меня будет готовая холодная веранда, тогда можно брать. Очень красивый. Ну вот, к празднику. Что у нас имеем? Ну, в принципе, да, они красивые, но только розочки, маленькие букетики. Но больше фантазии не хватает. А впрочем, еще время есть. Все может быть. Такая композиция. 900 рублей. Плющик очень симпатичный. Розочки ярче. Ой, еще дальше. Ну вот этот обзорчик своих цветущих фаленопсисов я присоединю к обзору из Оби. Потому что там получилось так, как как-то не закончено. И у меня есть повод. Вот мне сделали еще одну полочку, еще один промежуточный этап. Я смогла расставить свои цветущие красавичные. Вот. Всех люблю, всеми хвастаюсь. Вот смотрите, девочки, у меня еще распустился вот единственный это котик, он как бы не мое цветение. Хотя вот 4 цветочка он уже распустил. Ну вот сравните цветочек средний моего солнышка. И цветочек котика, свеже распустившийся. Размеры. Очень маленький цветочек. Хотя вот бутончики все бодренькие еще. Вот два, наверное, последние хотят распуститься. Котик цветет и пахнет. Но обзор не из-за него, а вот из-за этой малышечки. Вот распустилась. Я, правда, уже похвасталась и в Инстаграме, и везде. Вот такая малышечка распустилась, Сара. Но она оказалась непростой Сарой. Вот она ярче на самом деле. Она прям темно-желтая. Ну, это Сара Небрадес, как я предполагала. Но я вот и не думала, что точно. Ну, пусть Небрадес, ну, пусть просто Сара. Ну, как бы суть не меняет, бог с ними. Вот еще одна Сара распустилась, бабочка. Такая холюсенькая, маленькая. Очень долго мы ее ждали, не дождались. Сняла я обзор вот своих малышек цветущих.
Вот эта бургундия не дождалась, она уже вся выгорела. Стоят на окошечке. Солнце у нас было, вот она почти белая, розового почти нет. Ну вот эта красавица распушилась у меня. Я забыла в прошлый раз сказать, она не, не малиновая, вот как смотрю, она фиолетовая, она чернильная. Очень красивая орхидейка, там мне сиреневашки. Вот так вот вроде видно, что она фиолетовая. А, хотя сказать, а кто-то у меня вот засох один цветочек сегодня, я не заметила. Там мукала продолжает у меня цвести. Пронтера. Red Lip, по-моему, если не ошибаюсь. Вот она. Ну, я уже спрашивала, правда, когда снимала, есть ли такие пилорики мини, я видела, ну что бабочки пилорики. Мне написали, что бывает и очень часто. И вот мне повезло. Распустилась у меня бабочка мини. Просто чудо. Хотела я бабочку еще легата, поскольку вот пилорика обожаю. Он такой красивый, такой хороший. Вот он уже цветет, наверное, месяца, третий месяц. И он не становится хуже, ну, немножко уже бледнеет, да, бледнеет немножко. Вот простой легато уже совсем закрывает. Ну и пора бы, оно расцвело первое, не знаю, наверное, еще в ноябре. Точно не помню, не скажу. Ну, вот такая у меня цветущая полочка теперь. Башмачок у меня цветет, продолжает. Это все мои цветущие орхидейки. Наконец-то я смогла их расставить хоть немножко пошире, а то они мне все кучно, кучно на столе. Вот беглипчик еще один цветоносик наращивает. Вот видите, в прошлый раз я показывала, вот уже бутончики прям надуваются. То есть он продолжает расти. Все с ним хорошо. Ну, я записываю, чтобы сказать вам спасибо большое за просмотр из обе. Там получилось, что я и не поздоровалась, не попрощалась, снимала кусками. Ну, вот так вот получилось. Спасибо вам большое за просмотр. До свидания. С вами была Ирина, канал Цветики. Пока-пока.